Азовский пороховой погреб в Азовской крепости. Взятие крепости Азов, Азовское осадное сидение. Ну, в общем, такая репродукция. Каждый год сюда приезжаю, и репродукция все хуже, хуже и хуже. Здесь была и лошадь, и пушки были, но все куда-то пропадает. Но картина, слава богу, на месте. На ней мало что понятно, но видно реку Дон, казаки, крепость турецкая с мечетью. Но судьба крепости очень интересная, и в таком ролике ее не расскажешь. Это все фейк. Вдалеке виднеется Ростов. По Дону плывет баржа. Еще работает Азовский порт. И Азовский цирк. Турецкий вал. Город Азов. Красиво, но немного грустно. Заводы закрыты, фабрики закрыты, и вход стал платным. 30 рублей для тех, кто хочет посетить Турецкий вал. Но место красивое. А это Азовская судоверфь. Царство и небесное. Умерло. Здесь строили небольшие катера. Теперь, наверное, это склады. Потому что вон там внизу стоят палеты. А сюда раньше приезжали, написано «Морской порт». Конечно, круто. Там все внутри разбомблено. Раньше туда приезжали катера на подводных крыльях, и с Ростова, как на электричке, можно было сюда приехать и доплыть до Таганрога. Теперь нельзя. Азовский музей очень известный в этом регионе и во всей России. Здесь даже есть мамонт, но для такого небольшого города, как Азов, конечно, с огромной, правда, историей, здесь такое количество достопримечательностей. Кто будет когда-нибудь в Азове, не забудьте посетить, не пожалеете.